Для нас рыбохозяйственный комплекс является, безусловно, базовым, стратегическим, системообразующим. И экономика Камчатки базируется, по большому счету, на этом секторе экономики. Ну и можно тоже с основанием говорить, что Камчатка самый рыболовный регион в России по объему добычи рыбы и по тому, насколько эта отрасль связана с образом жизни камчедалов, жителей Камчатки. Поэтому взаимодействие с рыболовной наукой, рыбохозяйственной наукой очень важно для нас. От точности прогнозов вашего института зависит во многом успешность прохождения путины.